Добрый день, дорогие подписчики. Я хочу поздравить, от души поздравить всех с великим праздником Победы, 9 мая. Да, это трогательный момент в истории нашей жизни, в истории всего человечества. Победа над фашизмом. Но надо не забывать, что еще существуют силы зла, которые готовы уничтожить все на этом свете. Это связано не только с человечеством, это связано тоже и с животными. Поэтому мои пожелания всем оставаться людьми, человеком с большой буквы и понимать о том, что на этой земле должен царить мир, доброта, помощь, кому она необходима. А она необходима всем, и людям, и животным, всему живому на этом свете. Сохранение природы, листочкам на деревьях, птички, которые сейчас поют. Понимаете, небо светлого, голубого неба над головой, чтобы не было никаких войн. И чтобы мы жили действительно в гармонии со всем живым. В душе гармония должна быть и в природе. Еще раз всех с праздником поздравляю. Всего вам хорошего. И спасибо вам еще раз огромное за вашу помощь.